зубные щетки Oral-B Genius 10000M. Сравнивать подобное с обычной зубной щеткой, это все равно, что сравнивать уборку квартиры пылесосом и веником. Причем старым веником. Мы имеем вот такую вот щетку, которая прорезиненной ручкой, хорошо держать в руке ее. К ней идет 4 насадки, к ней идет футляр для зарядки самой зубной щетки и вашего телефона. Вот. Здесь держатель для телефона есть. В общем, что хотелось бы сказать. Стоит ли покупать такую зубную щетку? Естественно, стоит, потому что эта зубная щетка, она очень хорошо чистит ваши зубы. Она делает на 90% больше, чем обычная зубная щетка. Объясню почему. Есть специальное приложение, разработанное для компании для этой щетки, которое вам подсказывает, какие зоны зубов вы плохо почистили в данный момент, которая подсказывает, как вам правильно почистить зубы, которая подсказывает, когда нужно и сколько нужно чистить зубы, которая вам подскажет такой момент, когда вы будете чистить язык, как правильно его почистить. Также данное приложение подскажет вам погоду. Во время чистки зубов вы можете узнать погоду, какие-то новости. В принципе, увлекательное такое познавательное приложение. Но суть дела не в приложении, суть дела в самой зубной щетке. Это действительно прорывная технология. Вот, это действительно очень хорошая вещь, которую стоит приобрести каждому. Особенно стоит приобрести маленьким детям. Детям школьного возраста, не такую, можно детскую зубную щетку этой же компании, но это стоит того. Здоровье детей в будущем мы не сможем купить, а так мы сможем защитить их зубы, вот, научить их правильно чистить зубы, научить правильно пользоваться зубной щеткой детей. Им будет интересно, им будет увлекательно. Так что те люди, которые хотят ее приобрести, приобретайте, не задумываясь. Да, есть нюансы в приобретении. В первое время вам, может быть, это не понравится, но после второй-третьей чистки все плохое улетучивается, и вы в корне поменяете свое мнение после первой же чистки этой зубной щеткой. После ощущений тех, которые оставляет зубная щетка после себя, вот, вы сможете насладиться нормальной чисткой, хорошей чисткой зубов, вы сможете сохранить свои зубы и меньше времени проводить в кабинете стоматолога и поменьше денег там оставлять. Вот, поэтому приобретайте, пользуйтесь, внедряйте новые технологии в свою жизнь. Вот. Ну и запомните самый главный аспект всего вышесказанного, что чистить можно не все зубы, только те, с которыми вы не хотите попрощаться. Всем пока! Спасибо за то, что прислали такую замечательную зубную щетку для тестирования.